4 соревновательных дня, 6 дисциплин. Серьезные испытания для юных велосипедистов. На 25-метровом омском треке прошли всероссийские соревнования «Индея Спринт». В рассвет спортивного сезона Омск посетили участники из Кемерово, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и Казахстана. А бороться за быстрые секунды пришлось в групповых и индивидуальных заездах. Все дисциплины, которые сегодня будут проводиться, они все олимпийские, поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть наши надежды, кто уже сегодня какие-то есть первые наши ласточки, первые трековики, которые перешли с шоссе, перешли с BMX. И сегодня, конечно, у них есть возможность уникальная тренироваться каждый день на треке и представлять себя на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, то, что мы ждем. Особое внимание на всероссийских соревнованиях приковано бесспорно к омским гонщикам. Успешно выступающие на российских чемпионатах члены сборной в этих соревнованиях боролись за свою команду. Сейчас мы уже входим в число 10 лучших вот на первенстве России. 10 лучших команд, как бы мы уже входим в десятку лучших на данный момент. Но я думаю, что будем пробиваться в тройку. Стабильный чемпионский результат команды поддерживают молодые воспитанники омского велоспорта. Ярким примером служит Амангельды Адилов, перешедший в трековые гонки после шоссейных. Там он неоднократно становился чемпионом и призером, выигрывал призы российского достоинства. Главная цель – побороться с ребятами, посмотреть, кто на что горазд. Тут приехали ребята из Кемерово, и омская сборная выступает, так что будет очень тяжело. Соревнования в спринте, кейлине, гите завершились 29 марта. До конца лета Омск еще не раз примет соревнования сибирского и российского масштабов. Уникальный скоростной трек не оставляет спортсменов равнодушными, а значит, новые рекорды с быстрыми секундами могут случиться уже до конца сезона.